На сегодняшний день вот, вот это вот мой дом. Вот это мой стол, накрытый белоснежной скатертью. Вот стоит чай. И я хочу пригласить вас сегодня вот в этот мой дом, где мы с вами попробуем поговорить о судьбах двух знаменитых поэтов Серебряного века. У актера театра «Самарская площадь» тройной праздник – профессиональный день театра и бенефис по случаю двойного юбилея – сценического и человеческого. Он весь вечер на арене для зрителей приготовил сольную чтецкую программу «Стихи русских поэтов». Бенефицианта поздравил глава города Олег Фурсов. Я хочу выразить вам искреннюю признательность лично от себя за то, что вы нам дарите возможность приобщаться к искусству, утолять вот этот культурный, творческий голод. Я хочу поблагодарить вас за прекрасный спектакль, который вы сегодня нам подарили. Пожелать вам вашей творческой биографии новых высот, крепкого здоровья, успехов и талантливых воспитанников. Геннадий Муштаков полюбился самарцам остросоциальными ролями в «Женитьбе Гоголя», «Богатых невестах Островского» и других спектаклях. Народный артист Башкортостана известен своей разноплановостью. Об этом хорошо знают коллеги и поклонники его таланта. У него поэтический вечер, я его и поздравлю поэтически. Вы увидите, каков наш Геннадий Муштаков. Бенефис – это всегда, сами понимаете, очень торжественно, с одной стороны, с другой стороны, очень волнительно. И, естественно, Геннадий сейчас в таком в полустрессовом состоянии. То есть и приятно, и в то же время волнительно. После спектакля бенефицианту заслуженные аплодисменты, зрителям угощение. Коллектив театра угощает своих гостей ставшими уже традиционными капустными пирогами. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.